Салюмин, Эдвиды, Панебольша, Грамотамин, Мнбаева, Нураймара, Паталада. Олимпиада среди школьников 9-11 классов по общим предметам проводится ежегодно. Ее цель – контроль качества образования в стране, выявление лучших и талантливых учащихся. В этом году в ней приняли участие около 4000 школьников со всех городов и районов региона. На областной этап прошли около 400 учащихся. Приоритет отдается академической честности. В соответствии с новым форматом теперь учащиеся сдают тесты на платформе «Охулах», то есть один компьютер, один ученик, одна камера. Алдияр Мынбаев – один из участников конкурса знаний. Одним из любимых предметов ученика лицея «Белим инновации» является английский язык. «Я полностью выполнил все требования Олимпиады, оправдав ожидания своих учителей», – говорит Алдияр. В прошлом году мне удалось занять первое место по республиканской Олимпиаде. И я был очень рад этой возможности поучаствовать здесь, познакомиться с новыми людьми и проявить свои навыки знания английского языка. И это была отличная возможность для меня. И надеюсь, что на республиканском этапе я не подведу свою область. Победители и призеры награждены дипломами первой, второй и третьей степени и специальными медалями Олимпиады. Республиканский этап конкурса пройдет в апреле. От Акмолинской области примут участие 11 учащихся. Иван Однорог, Салтанат Бейсенова, Павел Соловьев, Кукшей Акпарат.